выглядеть круто армяне среди всех народов земли. Чтоб одеться нам Джорджо Армани, мы пришли к руководству страны. Руководство сказало: ребята, сколько надо, берите рублей. Из бюджета Армении взяли мы деньги, купили костюмы на всех. И в стране ничего не осталось, и в бюджете всего 3 рубля. Но зато мы в костюмах от Джорджо Армани зажигаем на сцене Кремля. Вас приветствует команда КВН «Новые армяне». Да. Начинаем праздновать юбилей. Поехали! Ах, Одесса, жемчужина у моря. Ах, Одесса, ты знала много горя. Но Одессе грустить не суждено. Уволилось горе, уволилось само. Тарарарач, тач, аппаратура. Гарик, Одесса, хватит, дай и нам спеть. Честно говоря, в отличие от меня, ребят не было на сцене целых 16 лет. Григорий, шути. Гриша, что с тобой? А где шнур? Потом объясню. Моя любимая песня. Поехали! За мои зеленые глаза пригласи в битву экстрасенсов. Все тела за сутки я нашла, и в финале победила я. А я вовсе не колдунья, я полковник ФСБ. Гарик, хватит! Дай нам пошутить! Сейчас только спою песню про ведущего КВН и пошутите. Самый лучший дед — это Масляков. Так сказал не я, а Таисия. А кто такая Таисия? Внучка Александра Васильевича. А-а-а. Еще одна песня, и мы все успеваем на метро. Хватит! На сцене команда КВН «Новые армяне» в последний раз выступали в 2000 году. Да уж, прошло 16 лет, а как Масляков-то выглядит, а? Стройный, подтянутый, молодой. Эх, привет, Сан Саныч! А где папа? Это и есть папа. Это Александр Васильевич. Александр Васильевич. Извините, Александр Васильевич, не узнал богатым. Останетесь. Александр Васильевич, простите его, пожалуйста, он очень долго живет в Америке. Он гражданин США. Я уверен, что ты даже про Крым не слышал, Карен. А что там про Крым? Крым наш. Наш? Не ваш, а наш. То есть их. Чьих их? Тех, кого всегда был их и вернулся к ним. От тех. От кого от тех? От тех вернулся к ним. Ведь если бы он остался у тех, он бы достался вам, а не нам, то есть им. Вот почему они воссоединились с ними, а те на этих обиделись, и вы с подачи тех ввели санкции против нас, то есть против них. Одним словом, Крым российский, и точка. Вопрос закрыт. Не слышу аплодисментов. Ну, ребята, это понятно. Наш Карен живет уже 16 лет в Соединенных Штатах Америки, а чем занимаются остальные новые армяне, а? Я, Алик, живу в Ереване, заведую клиникой в Ереване. Я Армен, продюсер на телеканале «Армения». А меня зовут Вартан, я конфеты продаю на Казанском вокзале. Смейтесь, смейтесь. Друзья над Порошенко сначала тоже смеялись. В глазах зрителей я читаю не мой вопрос, а кто этот мощный старик? Вы про меня? Да. Меня зовут Таш, я работаю на Матч ТВ, освещаю игры сборной России по футболу. Игры сборной России по футболу должна освещать РПЦ, а не Матч ТВ. Григорий, конечно, знаешь ли, мы из Армении, и мы должны шутить про большой армянский нос. Это же было нашим коньком в 90-х. Ты знаешь, Гарик, по-моему, армянский нос сейчас уже не актуально. Вот самая известная армянка в мире — это Ким Кардашьян. И у нее нет армянского носа. Неправда. У Ким Кардашьян огромный армянский нос. Просто она сделала себе пластическую операцию и равномерно распределила свой нос по всему телу. Но, друзья, я думаю, что не стоит забывать про юбилей КВН. Мы, как самая музыкальная нация в мире, должны сделать такой подарок КВН в честь 55-летия, чтобы жюри аплодировало стоя, чтобы это запомнилось телезрителям на века. Мощный старик, объявляй. Мы решили спеть песню на английском языке, чтобы наконец-таки весь мир понял, что такое КВН. Итак, встречайте, КВНовская рапсодия. Подпеваем. This is a TV game, this game is 55,
Maslyakov is boss here, and the director is his wife. Maslyakov's son is also the boss of show. So young men from Russia and post-Soviet regions, easy come, easy go, sing and joke in this show. With me tonight in Kremlin, the president of the USA, Donald Trump. Obama. Frau Merkel. Guten Abend, KVN. Französisch Präsident, Franzuja Holland. Assalamu alaikum. I will always hang me. I will Helman, I will ring and what I speak. I'm Dmitry Peskov. Who is Peskov? I'm Dmitry Peskov. Who is Peskov? Nafti-муж, listen to me, Mr. Peskov. European sanctions, very bad for Russians. No, Lukashenko, where you are? I'm just a poor boy, nobody loves me. You give to Russia Belarusian креветки, mango from Vitebsk, avocado from Brest. Do you know KVN number one in my life? KVN is my love, KVN never die. To God we pray, 55 years we play. I'm sorry for the errors, maybe something wrong. Thank you, Queen, for music. Thank you for the English text. Mutko. Дорогой Александр Васильевич, искренне поздравляем нашу с вами любимую игру с 55-летием. Спасибо огромное, что пригласили нас на юбилей, ведь этот билет самый ценный для нас. Билет в нашу молодость. Всегда ваши новые армяне!